Провести лето с пользой. На базе Центра «Перспектива» в летние каникулы проходят мастер-классы «Компьютерный вектор». Педагог центра рассказывает ребятам, как самостоятельно рисовать мультфильмы и заставлять картинки оживать. У нас перспективное лето, то есть те ребята, кто не уехал в лагеря, не ходит куда-то заниматься, приходят свободно к нам, и мы занимаемся. Мы занимаемся с помощью графических средств рисования, в PowerPoint, в презентации, создаем фигурки и анимируем их. То есть у нас получается небольшой мультик. Курсы начали свою работу с 4 июня. Желающих оказалось столько, что их пришлось разбить на группы в зависимости от возраста. Младшие от 7 до 10 лет занимаются по вторникам и четвергам. Старшие от 11 до 14 по понедельникам, средам и пятницам. Двери центра открыты абсолютно для всех школьников, вне зависимости от знаний и уровня подготовки. Можно и без уровня. То есть начальные школы, они могут быть и без уровня. Я спокойно, аккуратно объясняю, каждому подхожу, помогаю. А потом у нас ребята, кто знающие, подходят к младшим ребятам. Или кто не понимает, так немножко тут такая аккуратная помощь. Работают ребята в программе PowerPoint. На прошлой неделе анимировали картинки на тему чемпионата мира по футболу. Сегодня новое задание – нарисовать и оживить на экране цветок. Ребята рассказывают, на самом деле техника это не такая уж и сложная, хоть и требует терпения и усидчивости. Если тебе нравится, то времени не замечаешь, и вообще это происходит незаметно, и тебе, и ты получаешь от этого удовольствие. А если ты не хочешь работать, то тогда ты делаешь это очень медленно, и у тебя ничего не получается. Это зависит от твоего настроения. Провести каникулы за компьютером для участников перспективного лета – не проблема. Они успевают и гулять, и мозги тренировать. Главное, уверены школьники, чтобы занятие было по душе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.